420 новых студентов. Никогда прежде в Мирнинский региональный технический колледж не приходило столько ребят. Цифра явно свидетельствует о популярности учебного заведения. МРТК – единственный из всех колледжей страны, в 2015 году удостоенный премии правительства России в области качества предоставляемых услуг. Высоко оценивают работу МРТК и его главные партнеры. В последнее время выпускники колледжа успешно поступают в институты, где готовят свои кадры Алроса. В прошлом году у нас поступило 12 выпускников именно на направление подготовки горно-геологического профиля, то есть те, которые востребованы в компании. В этом году поступило 3 человека, все успешно обучаются, и будем надеяться, что через 5,5 лет компания «Алроса» получит уже специалистов не только со среднепрофессиональным, но и с высшим профессиональным образованием. Благодаря помощи «Алроса» в колледже появился и собственный автодром. В этом году Мирнинское управление автомобильных дорог заасфальтировало его территорию. Теперь объект отвечает последним требованиям ГИБДД. С 1 сентября, учитывая, что развиваются кризисные явления в экономике, людям становится, может быть, труднее находить средства на обучение профессии водителя. С 1 сентября мы снижаем цену на обучение. Она и так у нас была самая низкая в городе, но мы делаем ее еще ниже. В скором времени весь автопарк колледжа будет переведен на газ, что должно существенно снизить издержки на закуп топлива. И, как обещает директор МРТК, все это приведет к дальнейшему падению цен на обучение, делая образование доступным для всех слоев населения. Роман Муконин, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».